Всем привет, друзья! Для начала скажу, что нажмите на настройки, выберите субтитры на вашем языке, здесь много вариантов я добавил, и включите субтитры. Последняя версия, которую мы устанавливали, это X-Sentry 2023.9. Вот сейчас покажу. 2023.09. Так, завершить работу. И сегодня я вам покажу на эту новую версию установку SD Flash, офлайн программирование. Устанавливается очень легко. И помните, когда я вам показал установку SD Flash, да, много папок копировали отсюда туда, чтобы заработал SD Flash. А сейчас я вам покажу уже более простой вариант. Ничего не нужно копировать, все делается автоматически. Также, значит, папка весит 41 гигабайт, значит, в папке программа, пароль от этой программы, видеоинструкция и основные три варианта SD Flash. До установки SD Flash желательно, чтобы вы отключили аддоны, ну, обновление аддон-центр, потому что при обновлении аддонов файлы опять меняются, и офлайн программирование может опять деактивироваться. Поэтому, если отсюда вы завершите, то после перезагрузки опять аддон-центр включится. Поэтому заходим в автозагрузку. Автозагрузка приложения. И здесь вот Mercedes-Benz Add-on Center. Отключаем. Здесь у нас Windows 11. Вот Windows 11. Но то же самое делайте на Windows 10. Сейчас я подключусь на Mercedes 211. Покажу, что неактивно офлайн программирование. Потом устанавливаем SD Flash. И уже после установки также покажу, что уже активно офлайн программирование. Так, друзья, запускаем X-Sentry, чтобы вы увидели, что версия 2023.09. Так, здесь вводим X-Sentry. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Здесь выбираем Mercedes-Benz E-класс 211. Подключиться. Так, здесь выбираем блоки управления. Кузов выбираем CGV, кодирование блок управления, программирование блок управления, F2, здесь видите, друзья, офлайн, то есть неактивно. Следующие шаги требуют онлайн соединения, то есть здесь нет офлайн. Сейчас мы установим офлайн, и у нас уже будет офлайн. Вот сейчас выходим. Так, закрываем DAS, закрыть DAS. Открываем нашу папку. Двойной клик. Здесь можем выбрать английский. Окей. Пароль вот здесь. Далее. Здесь тоже написано, что нужно отключить аддон центр. Далее. Установить. Это очень простая установка, друзья. Ничего не нужно копировать, ставить.
закончить. Вот офлайн, онлайн. Запускаем. Вот офлайн режим, оригинальный режим, выход. Нажимаем 1, Enter. И все, у нас уже офлайн режим включен. Сейчас то же самое делаем. Опять запускаем, выбираем автомобиль. E-класс 211. Опять подключаемся. Сейчас включаем, вот, например, правый клик «Подключить». Все, значит, мы подключили «My Computer». Вот, подключили SD Flash 2016-07. Также выбираем блоки управления, кузов, тот же CGV. Кодирование блок управления, программирование блок управления. Нажимаем F2. Уже вот, видите, значит, у нас уже есть и онлайн, и офлайн. Выбираем офлайн, нажимаем F3. Выбираем нашу версию DVD SD Flash 2016. Окей. Нет. Нет. Нажимаем F2. И, друзья, видим, что актуальная версия вот эта. И есть новая версия. То есть можно обновить блок управления на новую версию. Но сейчас мы этого не делаем, потому что мы делаем это на улице. Батарея уже разрядился. Нужно подключить зарядное устройство, чтобы не было сбой. Кроме этого, у нас на канале уже есть обновление блок управления CGV. Ссылку оставлю в описании, можете посмотреть. То же самое сейчас не будем делать. Здесь спрашивает, делать или нет. Нажимаем нет. Все, выходим, друзья. Как видите, новый DAS офлайн SD Flash обновление блока, все работает, все идеально. Закрываем. Если вам нужна офлайн обновление SD Flash, напишите в комментариях. Также, если нужна любая другая программа, тоже напишите в комментариях. Всем спасибо и удачи на дорогах.